Я надеялась, что хотя бы здесь, в областном суде, восторжествует закон. Однако в очередной раз я убедилась, что саратовская судебная система, в число которой входит Саратовский областной суд, подходит к исполнению закона формально. И даже апелляционные постановления, которые незамедлительно вступают в силу, судьей мне сообщено, что выдадут не сегодня, а только завтра. Суть решения областного суда – доводы мои отклонить. Ни мотива отклонения, ни норм закона, ни анализа представленных мной документов в суде апелляционной инстанции не прозвучало. Мной представлены неопровержимые факты нарушения кандидатом в депутаты многомандатного избирательного округа Дерябиным Виктором Николаевичем законодательства о выборах со ссылкой на нормы действующего законодательства. Однако областной суд пошел по тому же принципу: ничего не вижу, ничего не слышу. Видимо, судьи апелляционного суда не учитывают, что есть еще квалификационная коллегия судей и Верховного суда Российской Федерации, которая, я уверена, поставит законную точку по моему исковому заявлению.